Всем добра, всем привет, вещает Алекс. Вот я еду в поезде, еду на конференцию по монете призм в Уфу, и пока еду, небольшой отчетик по проделанной работе. Все-таки я дошел до желанной отметки 50 тысяч монет призм на личном своем кошельке в структуре паровоз 36,6. Теперь мой доход составляет 330 монет в сутки. А теперь у меня по плану, как обычно, как я и планировал, все, что свыше 50 тысяч монет, я буду тихонько распродавать, чтобы вернуть свой номинал в фиат, тем самым, как говорится, выйти без убыток. Вот так, такой мой план. А всем остальным людям, что я хочу сказать, во-первых, добра, позитива, профита, и в то же время напомнить, что помните, осенью многие говорили, что вот 36,6 это очень крутая ветка, но слишком высокий курс для покупки монеты призм. Так, ребята, ваш ход. Выходите, покупайте монету. Сейчас монета на низах самых находится. Потому что сейчас Новый год. Народ сейчас деньги повыводил. Курс просел. Но в январе, когда всю икру и оливье и водку выпьют, съедят, народ начнет опять возвращаться к реальному, как сказать, образу жизни, начнет закупать монету, начнет шевелиться, поэтому курс пойдет, должен пойти вверх. Вот так. Поэтому, ребят, пользуйтесь такой возможностью закупиться, грамотно рискнуть и выиграть. Вот так. Алекс Рантье из поезда 18 декабря 2019 года. И всех с наступающим Новым годом. Алла Берса. А это у нас Уральские горы. Здесь видны. Южно-Уральская железная дорога. Где-то между Челябинском и Уфой.